Сегодня я уберегу вас от коварной ошибки и расскажу, почему нельзя шить и носить одежду только в оттенках своего цветотипа, особенно женщин. Буду краток. Любые оттенки имеют конкретный психологический отклик. Это факт. Теплые создают уютные, позитивные ощущения. Прохладные – сдержанность и дистанцию. Проверьте сами. Весь образ президента, даже если сорочка в пастели, всегда имеет холодную температуру. Потому что главная задача – сформировать суровый, безэмоциональный образ. Общество одобряет такой расклад дел для мужчин. А вот в женском гардеробе все совсем иначе. Согласитесь, что есть несколько важных ролей. Образ мамы, творческой личности, хрупкой чувственной особы, которая невозможна без тепла и уюта. Поэтому так или иначе, в гардеробе прохладного колорита внешности должны звучать теплые оттенки. И сейчас я вам дам решение, как это сделать. Размещайте оттенки противоположной температуры в вещах, которые можно расстегнуть, накинуть что-то поверх или снять. Рассмотрим на примере капсулы ткани номер 4. Водолазка из мягкого полотна в прохладном сером. Для удлинения силуэта продолжаем цвет в поясном изделии. Из ладена жилет оверсайз с V-образной горловиной или кардиган с необработанными краями. Портретная зона окружена родственными прохладными оттенками. И пальто в расстегнутом виде безопасно формирует нужное нам впечатление тепла и уюта. Что делать, когда холодно и пальто застегнуто? Портретную зону можно оформить шарфом и головным убором, опять-таки в прохладных оттенках. Схема из тканей капсулы номер 4 успешно работает при любом раскладе. Сегодня вы прослушали краткий курс по имиджу, как сформировать нужное впечатление. Трикотажное полотно, костюмная ткань, шерстяной ладен, пальтовое букле и сумка участвуют в акции 27 августа. Все материалы я собрал в одном месте, ссылка под этим видео или в шапке профиля Instagram. Есть еще время изучить все материалы и сложить их в корзину, чтобы 27 числа сделать выгодную покупку. Условия акции читайте на сайте. А завтра будет видео для тех, кто жаждет цвета, ритмов и контраста. Вы удивитесь, насколько разнообразна и многофункциональна капсула ткани номер 4. Это будет финальный выпуск про эту капсулу перед началом продаж. Поэтому пишите вопросы, если есть, ставьте свой изящный лайк. С вами был Михаил Шабардин. Переходите на сайт.